Вопрос ко всем россиянам. Ради чего? Ради кого вы туда идете? В чужую страну? Ради чего вы туда идете? Сколько вас уже поприезжало грузом 200 в черных пакетах? Вам еще мало? Да включайте уже свои мозги, прозрейте. Вами просто тупо пользуются. Вы никому не нужны. Ни своему государству, ни своим семьям, которые меняют вас на латы, на лед, на дрова, на уголь. На что они вас там еще меняют? Пока вы будете идти на нашу землю, пока и будете там. Мужики, это не кино. Вас не сыграет Брэд Питт. Красавица не кинется в конце вам на шею. Никто не будет аплодировать слезами радости в глазах. Вместо этого вы будете в муках, в страхе, в собственной моче. Ваша последняя мысль будет «Зачем? За что?». А потом о вас никто не вспомнит, кроме близких родственников, которые, кстати, до конца жизни будут проклинать день, когда вы ушли. И для Родины вы не станете героями, потому что уже очень скоро Родина будет стыдиться. Не выбирайте себе эту судьбу.